Предназначение – это очень большая тема, такая обширная. Сейчас она, конечно, на плаву. И, наверное, есть много специалистов, которые вам много чего могут подсказать. Поищите, что именно вам нравится сегодня, в сегодняшнем дне. Вот возьмите свой типичный день, просто ежедневную жизнь. Почувствуйте, что в этом вкусного. Ради чего вы могли бы не просто потратить время, но вложиться душой, вложиться временем, может быть, где-то деньгами. То есть ваши собственные приоритеты в течение дня очень важны. Это, по крайней мере, намек на то, что может быть вашим предназначением. Существует еще такая теория, что предназначение мы закладываем на уровне души, прежде чем родиться. Эта теория мне очень близка, поскольку я много занимаюсь регрессиями и историями про реинкарнации. Может быть, ваша душа действительно запланировала какую-то линию жизни, какие-то большие смыслы, и вы идете по ним маленькими шажками. Вот узнать это предназначение можно, например, через методику, которая называется регрессия. Существует еще одно альтернативное мнение о том, что мы не планируем предназначение крупным планом, но мы выстраиваем как бы задачу и выстраиваем свою дорогу в этой жизни. Может быть, ваше предназначение вы действительно выстроите, выстрадаете. Может быть и так. Я бы предложила вам пройти регрессию и узнать, что вы запланировали на эту жизнь.